Всем привет! Добро пожаловать на третью часть прохождения за Третий Рейх. Ну и что ж, война на всех направлениях. Надо тут, как говорится, навести порядок в политике, в экономике и тому подобное. Ну и давайте начнем. Во-первых, что там у нас с Софией? С Софией у нас вроде как все хорошо. Мы можем их пригласить в Альянс, который и так у нас, да, в Альянсе. Значит, мы прекратим поддержку. Так, далее, Бухарест у нас просто фиговейшие отношения с ними, но попробуем заключить, значит, пакт о ненападении, отправить. Так, и поддержку пока оставим. Что по поводу производства, что мы там производим? Мы производим танки, новое вооружение, новые истребители. Так, штурмовики мы откажемся. Окей. От бомбардировщика мы также откажемся. Значит, новые орудия, которые складируются, мы их поставим вот так. И новое снаряжение. Ко всему прочему, нам необходимы будут автомобили. Вот, мы их даже подымем наверх. Вот так вот. И что здесь у нас? И еще зенитные орудия ПВО. Ко всему прочему, мы строим... Значит, это у нас легкие крейсеры, подводные лодки, еще подводные лодки и, собственно, тяжелые крейсеры, которые, к сожалению, сейчас нам недоступны, поскольку не хватает верфей. С этим вроде как разобрались. Так, что это у нас? Мы можем поляков пригласить в наш альянс. На Польшу напал Советский Союз. Франция, собственно, разбита. Из-за этого некому вступиться за... Польшу. Греция разбита. Италия. Угу. Является членом Альянса. Отлично. Мы можем просить у них регионы, но это такое дело. Мало людских ресурсов. Это да, бывает. Есть самолеты в резерве. Давайте смотреть, что у нас за самолеты, где они расположены. Так, здесь у нас истребители. Истребители. Такс. Отлично, здесь все. Истребительный класс у нас контролирует все эти регионы. Так, а что здесь? Так, морской бомбардировщик. Стоит, наверное, увеличить количество войск здесь. Хотя бы до 150 установить. Давайте посмотрим, что мы вообще можем развернуть. Есть у нас тактические бомбардировщики. Очень много юнкерсов. Это круто. И штурмовики тип 1. Так, значит мы... Кстати, по поводу... Могут ли данные аэропорты... Да, здесь 2000 самолетов может располагаться. Здесь у нас 72 из 1000. Так, идет морская битва. Вот, мы, кажется, здесь просто на конвой какой-то напали. А здесь у нас что? Здесь также находятся истребители. Так. Есть ли какие-то... ассы? Так, ну неплохо. Приоритет укажем тебе. Плюс ко всему, приоритет укажем тебе. И тебе. Так, раз, два, три, четыре. А где же четвертый? Воздушная атака. Скорость в воздухе. Маневренность. Шикарно. Это все истребительные классы. Так, сейчас нужно разобраться. Что у нас здесь? Еще одни истребители. Также повысим вам. Чтоб восполняли потери. Ко всему прочему, в принципе, у нас есть... Так. Куча просто истребителей. Они просто везде. Морская авиация. К сожалению, она у нас закончилась, да? Бомбардировщиков не предвидится. Юнкерсы... Это хорошо.
пусть пока будут у нас в запасе. Так, хорошо. Следующим образом, как мы тут поступим? Либо открывать еще один фронт вот здесь, либо продвигаться. Так, ракетные технологии, это все здорово. Мы можем Польшу пригласить в альянс, пока этого я делать не буду. Самолеты в резерве, отлично. Что по поводу новых дивизий? Так, допустим, вот здесь вот большой отряд. А здесь так себе. Пока мы не можем поменять на то, что бы мне хотелось. Где у нас здесь поменьше их? Угу. Ну что ж, потом это я буду разбираться, поскольку сейчас их просто дохренище народу. У нас не хватает очень много автотранспорта и средних танков на пополнение. Перевооружение происходит достаточно слабо. Ну и перевороты пока делаются. В принципе, на это уже мы боеприпасы там отправили. Вооружение и тому подобное. Так. Одобрила наше предложение, заключила пакт о ненападении. Ну что ж, отлично. Где они там? Так, ну, мы немножечко улучшаем свои отношения, да? Вот так вот отправим. Вот. А поддержку партии я, наверное, отказаться пока. Да нет. Пусть пока поддерживают данную партию. Возможно, у нас появится еще один союзник. Итак, Италия против Франции в Африке. Я так понимаю, они тут все это захватят. Также здесь. У нас осталась небольшая территория. Не знаю, ее захватывают или нет. Вроде бы нет. Мы пока, как можно заметить, все здесь контролируем. Единственный вопрос... Ах, да, мы же захватили этих. Значит, у нас есть некоторые... Угу. Нидерланды здесь все еще контролируют эту территорию. Но это недолго. Япония скоро разобьет Китай. В принципе, она практически это уже сделала. Вот, возможно, здесь откроется еще один фронт. Ну, посмотрим. Они уже являются членом, значит, тут все окей. Так, что там за битва произошла? Мы потеряли потопленные корабли. Тяжелый крейсер потеряли. Но при этом уничтожили всего лишь, что там, конвой. В Ла-Манше снова началась битва. Так, по поводу производства. Да, нужны автомобили. Перевооружение идет полным ходом. Танки и истребители готовятся. Так, ну здесь придется немножко поремонтировать, конечно. Так, пошел ремонт. 11. Там, возможно, восстановятся фабрики и все это закончится очень быстро. По поводу, у нас достаточно высокое политическое влияние. Может быть, скорость строительства военных заводов, военных фабрик и этот самый товарищ. Получаем опыт авиации. Так. В штурмовик. Атака, да? Атака пехотных дивизий, оборона пехотных дивизий. А вы, уважаемый... Угу. Десант. ПВО флота. Перехватчик. Давайте переставим на перехват. Так, здесь у нас штурмовики. Здесь у нас бронетанковый эксперт. Наземная поддержка. Конвои и атака дивизий. А что по поводу другого? Броня крупных кораблей, атака охранения, защита охранения. Понятно. Воздух мы контролируем, это хорошо. Значит, нам неплохо было бы... конечно, регионы, это все здорово, но... Варшава, я так понимаю, скоро просто падет. Открываем, наверное, фронт. Приглашаем в альянс. Отправить. Такс. И начало войны с СССР. Приняло предложение, мы будем сражаться вместе. Так. В
вступить в войну советско-польская. Отправляем это предложение. И наши армии направим сюда. То есть вы, уважаемые, удаляем все приказы. У вас также удаляем все приказы. Так, здесь очень маленькая армия. Здесь мы идем сюда. Тут мы идем сюда. Здесь армия также направляется в этом направлении. И нам необходимо будет разместить, наверное, здесь... Что? Значит, мы здесь разместим тактические бомбардировщики. Бомбардировщик межвоенного периода. Давайте вот эти вот все сюда засунем. И вот эти какие-то... Еще до... Трофейные какие-то, да, такого плана. Сюда, окей. Так, сколько здесь может поместиться? 2000 самолетов. Тут очень много. Это круто. Так, тактические бомбардировщики. Их мало. Но пусть будут. Так, и штурмовая авиация. Пока вот так. Есть. У Польши, интересно, есть какие-то хоть истребительные войска? Так, нам тоже бы неплохо перенести какие-то части на этом направлении. Значит, вы, уважаемый, перелетайте сюда. Вы, уважаемый, всех асов отправлю. Это два. Так, это я закрою. Также сюда. И где-то здесь еще был один. Вот он. Тоже отправляйтесь сюда. Так, сейчас соберутся, там уже дальше разберемся. Теперь мы сражаемся на его стороне. Так, отлично. Здесь можно разместить 600 самолетов. Здесь мы попробуем разместить наших 600. Ага, ну поскольку не наш аэропорт, да? Аэродром. Угу. СССР нарушает пакт Молотова-Риббентропа. Пакт о ненападении между немцами и русскими, ставшими для многих неожиданностью, куда более ожидаемо, распался после нападения Советского Союза на Германию. Ха, у коммунистов ни чести не это. Национальный фокус пропущен. Война с Францией. Данцинг или война. Так. Значит, если мы перейдем на карту кампании, мы видим, где сейчас войска расположены. Сделаем вот так вот фронт. Есть. Вы, уважаемые, фронт отсюда до сюда. Есть. Товарищ также направляется. Значит, будет где-то в центре. Да. Вот как-то так вот. Этот выступ пытается закрыть. Вот так. И вы, уважаемый, где-то сверху. Вот так. Так. Значит, вот тут и сюда. Вот так. Есть. Пока дивизия направляется в сторону фронта. Желает оказать вам помощь. Так, принять. Италия вступает в войну. Шикарно, у нас закончились, конечно, какие-то ресурсы. Так, нефть мы не скупаем. Алюминий мы не скупаем, резину мы не скупаем. Только вольфрам. Португалия, да? Отправить. И все остальное у нас вроде как излишки.
таких ресурсов-то недостаточно. А, у нас все-таки необходима нефть. Значит, попробуем купить ее у Венесуэлы. Все остальное идут излишки. Япония желает помочь и вступает также в войну. Так. Значит, истребитель. 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 А, он пока перелетает. Над Польшей. Также над Польшей. Сюда. И тоже сюда. Так, тактический бомбардировщик. Поддержка наших сил здесь. Тактический бомбардировщик. Поддержка наших сил здесь. И штурмовики. Поддержка тоже здесь. Так, вроде как все. С этим пока разобрались. Что-нибудь 700. Ага. Так, а здесь у нас 700 самолетов из 2000. Угу. Наверное, по 200 пусть будет. Окей. Так, развертываются 200... 800, да? Эти просто не влезут. 800... Это много. Хотя 1000 можно развернуть. Вот так вот. Вот. А дальше... Когда пойдет на пополнение, будут занимать места. Но мы, возможно, перенесем просто аэродром. Вместимость 500. Так. Ну, пока армии собираются, значит, единственная проблема — это подавить восстание здесь. Здесь каких-то нет. Значит, так. Здесь отлично все в Бельгии. Вот здесь вот единственная проблема. И здесь, в двух областях. Значит, вы, уважаемый, займите, пожалуйста, вот данную область и эту область. Нет. Случайно нажал на аэропорт. Аэродром. Вот так. Это уже все наше. Вот. Хорошо. Пока так. А что у нас с конструктором дивизии? Допустим, наши Panzer Division. Угу. Здесь все средние танки. В принципе, укомплектованные по самое не могу. Автомобильные. Тут бы неплохо тоже поставить. Летчик АС повышает повышение. Шикарно. Но у нас просто нет опыта на все это. Так, хорошо. Интересно, где это? Где там наш ас получил повышение? Так, раз, два, три, четыре. Восточная Пруссия. Все они там летают. А, вот он. Точность морской авиации, точность наземной бомбардировки, маневренность. Он может быть... Как туда, так сюда. Так, а где наши, значит... Это истребители? Так, секундочку. Государство Япония, франкистская Испания, союзника. Ну что ж, не практически разбиты, так что...
Здесь истребители. Вот они. Так, вам я выдам точность морской авиации. Повышу вам приоритет. Так, что мы не производим? Штурмовики и тактические бомбардировщики. Отлично. Авиакрылья поступили, значит, так. Поддержку войск пусть осуществляют пока. Вот здесь. Вот так. В тропической Африке у нас, ну понятно, тут проблема со снабжением. А у нас здесь есть какие-то дивизии, батальоны? Да вроде нет. Ну тут здесь очень много итальянцев и... Венесуэла даже здесь. Польша вызывает государство легион Болгарии нашим союзникам. Отлично. Так, Венгрия. В альянс пока не хотят. У нас так в альянсе. Ну что ж, давайте посмотрим, как здесь у нас будут развиваться события. Дивизии, в принципе, прибыли. Значит, нужно убрать хотя бы до Киева. Да? Так, еще пока не прибыли. Значит, пока ждем. Расстановки сил. Вот. А тем временем флот весь бесконечный ремонт проходит. Ладно. По поводу строительства. Идет ремонт везде. Пока так пусть это будет. Снова закончились какие-то ресурсы. Снова нам нужна нефть. Давай. К сожалению, здесь уничтожили всех истребителей, да? Инновации в авиации. Так, я это, значит, разберу. Истребители просто здесь все погибли. Значит, нам необходимо, наверное, сделать переброску. Так, этот я удаляю. Так, вот этих мы удаляем. Вот этих мы удаляем. Южная Франция также удаляем. Ну, здесь морская авиация. Так, сейчас посмотрим, как это у нас тут сыграет. Так, пополняются. И все, закончилось, да? Так, советская авиация здесь нам не дает пройти. Так, над Альпийским регионом стали проблемы с этим самым. Ну, да, ничего. Так, я бы даже, наверное, и здесь убрал. Гибель пилота. Угу. Так, это над Ла-Маншем. В ожидании, да? Так, мы вас тоже на склад пока. И...
Возможно, здесь на истребителе. Так, не прикреплен. Угу. Давай. А еще есть кто-то? Да нет, все уже летают. Так, что опять? Необходима нефть. Господи, что-то с нефтью. Мы, наверное, фабрики отстраиваем. Производственный потенциал начинает увеличиваться. Так, отлично. Угу. Ну, по сути, мы как бы дружим с Польшей. Здание что-то не особо дружить. Так, альянс у нас не получится. Значит, давайте вот это. Дивизии все еще стягиваются сюда. И здесь какие-то жалкие попытки поляков атаковать. Что-то не у них не особо это получается. Польша желает оказать вам помощь в войне. Принять. Вступает в войну Японо-Англо... Японо-Голландская война. Угу. Хорошо. Так. Сюда. Так, кучу штурмовиков уже позбивали. Здесь пока средний приоритет. Очень большое количество войск здесь. Так, хорошо, надо с этим выступом что-то делать. Значит, тут понятно. Здесь нужно. Вот так. Гибель пилота. Так. Приступай к выполнению. Срежем. Здесь войска подтягиваются. Так, а здесь нужно тоже вот это вот забрать. Вперед. Так, какое здесь соотношение сил, интересно посмотреть. Пока я нифига не вижу. Огромное количество дивизий. Так. Государство Польша желает отправить вам помощь дивизии в количестве 65 в составе экспедиционного корпуса. Так, у нас сейчас начнутся проблемы. Поскольку эти все корпуса нужно будет куда-то растащить по каким-то армиям. А здесь, по сути, нигде не это самое. Не влазят. Так. Так, нужно все неприкрепленные отряды отправить вот этому товарищу. Так, еще три. Есть. Вы уважаемые. Так, поддержим на этом направлении. Вот так. Есть. Теперь.
Кого мы тут можем нанять? А у нас есть хоть один фельдмаршал? Генералы, 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 генералы. Только генералы, да? А нет, есть один фельдмаршал. И еще один фельдмаршал. Наша ширина фронта и максимальная укрепленность. Давай тебе. И плюс ко всему, все, кто... Да нет. Все, кто не прикреплен, будешь командовать всеми польскими войсками. Есть. Тоже тебе. Так, вы, уважаемый, занимайте линию обороны отсюда. Да не, не в ту сторону. Вот так. Вот на этом выступе. Есть. Эти собираются, эти собираются. Пока ждем. Пока что армия просто перебазируется. Ожидание. Здесь всех поубивали, да? Плохо. Разбираем. Здесь также истребители разваливаются. Я бы их, наверное, даже убрал. Вот. Так, ну здесь какой-то мусор остался, в принципе, да? Низкий приоритет. Здесь у нас морская авиация. И что еще осталось? И еще истребители. Тоже низкий приоритет. Пока так. Мы бросили один фронт. Посмотрим, что тут будет. Как будут события развиваться. Но наше направление на СССР. Так, где-то вроде продавливаем, где-то вроде нет. Такие выступы получаются. Но это еще не все подошли. Так, ремонтная рота. Что мы можем здесь изучить? Здесь пока нифига. Можно бронетранспортеры, но это так себе. Здесь мне нужна полиция. Вот так вот исследуем. Чтобы создать отряды. А, все, выберите дивизии перед созданием армии. Понятно, а могу ли я? Да, еще есть у нас кем командовать и пытаться подавить здесь вот эти вот все восстания. Очень большие здесь. Восстания везде просто. Так, ну, стройка идет. Стройка идет. Шо? Продолжим. Наступление пока так себе. Советских войск здесь просто дофигища. А если мы попросим Японию... Мы участвуем уже во всех, да? То есть, по сути, вот здесь должна быть тоже потасовка. Ну, как-то так, вяленько. Ой, будь здоров, спасибо, как говорится. Так, отлично, новое это. И экспедиционный корпус. Это, вот мне интересно даже, где это. Так, здесь какие-то войска. Они просто пытаются защититься от нападений. Значит, по сути, мы здесь, как говорится, просто теряем. Сможем ли мы отсюда свалить? Так, отступай. К порту. Нужно его как-то отвезти, если его просто не догонят.
сюда давай. Все, войска перемещаются, отлично. Так, что по поводу флота? Лодки и подлодки есть. Так, восточная Польша. Все действуют, какие есть. И, кстати, по поводу технологии. Что-то давненько я сюда не заходил. Как у нас тут? О, конвейер. Давай. Германский театр боевых действий. У нас большие проблемы со снабжением. Так, мы не можем здесь выдавить, да? Значит, вы, уважаемый, фронт работ. Вот такой вот будет. Приступайте. И вы также приступайте. Некоторые дивизии, конечно, еще подтягиваются, но да ладно. Очень много польских войск почему-то тут отступало или что с ними. Просто дохренище. Так, ну здесь мы вроде все контролируем. Так, это надо над Ла-Маншем. Отлично. Новые технологии, это всегда приятно. Так, что у нас здесь? Радиообнаружение. Шифрование. Дешифрование. А дальше у нас... Ух ты, елки-палки. Давай дешифровку. Так, войска набирают опыт. В принципе, это круто. Значит, мы сможем сделать следующим образом. Возьмем какую-нибудь армию, где не так много людей. Так, изменить здесь дофига. Здесь дофига. Четыре конячки. О! Клонировать. Назовем их полицай. Поменяем на такой вот значок. Значит, удалим все это. Поставим просто пехотный батальон. Ой. Пехотный батальон, да. Обычную пехотку. И этих тоже мы удалим. Пока вот так сохраняем. Вот так вот. Чтобы я их различал. Есть. Вот и все. Ждем пока, когда там изучится это. Полиция. Так, ну что у нас тут? Театр боевых действий. 41-й год. Февраль. Тем временем. Кстати, 41-й год это значит тигры. Все остальное. Так, мы даже проигрываем в некоторых местах. Ну, до Варшавы пока не дошли. Значит, что касается перевооружения, пополнения, очень много всего нужно. И людских ресурсов. И танков. 16 тысяч. За всю, наверное, эту не производилось столько танков. 16 тысяч нам нужно. На данный момент. Орудия ПВО, пехотное снаряжение и тому подобное. Так, отлично. Новая какая-то фигня. Так. Поддержка с воздуха. А что мы можем, допустим, пехоте изучить?
Скорость восстановления организация плюс 10. О, вот это неплохо. Так, два дня и мы здесь прорвем фронт. Здесь мы пока не можем прорвать, но защищаемся. А здесь через 7... Нет, все, уже все отлично. Прорвали линию обороны здесь. Вот здесь вот не можем проползти. Но в центре зато. И подходят еще войска. У нас заканчиваются здесь горючие. И войска вот так вот стоят и как бы тупят. Типа, если они перемещаться сюда, то будут проблемы. Так, все, кажется, пошло наступление. Советы немножечко подсели. Здесь они пытаются контратаковать, ничего у них не получается. Через 4 дня. Я думаю сделать следующим. Вот так, от этой реки. Это у нас что? Витебск. Линия фронта, река Витебск. Это что? Погода ясна. До Киева. С севера. И с юга вот так вот. Это Одесса? Да. То есть занять половину Украины. Мы спасаем Польшу. Так, передай-ка нам регион. А, нет. Отмена. А попросите, не откажутся, да? Ну так. А допустим, эти могут согласиться, эти. Давай. Отказались, да? Это еще не стопроцентный вариант, что согласятся. Который оккупирует. А у вас, если попросить регион... Ух ты, Каир можно, там, Александрия. Это все африканские какие-то эти, они нам нафиг не нужны. Кстати, а что там с испанцами? Мы так тут засели. Пытаясь убежать в неизвестном направлении. Так, а мы можем отсюда вообще свалить? Только по суше, да? Ну, плохо, конечно. Ну, как там прорывайтесь, в общем. Не наша проблема. Все, сразу встретили какое-то сопротивление. Ну, возможно, проползут. Кстати, а что тут происходит? Ой, тут Франция. Вдруг откуда ни возьмись. Каким образом? Где-то высадились, гады. Так, фронт прорван и продвигается. Так, надо тут понять, где кто вообще что атакует. Значит, линия наступления нужна. До Киева. Не доходя. Вот так. Ну, пока он выполняет свою задачу. Сколько войск здесь тусит? Без дела. Ракетная техника. Ух ты, ничего себе. Давай-ка нам еще одну ячейку. А потом разберемся. Так, как там со стройкой? Ну, дофига, дофига.
А здесь у нас строим истребители по 5 штук в день. Автомобили кое-какие есть. Вооружение поступает. И танки по 16 штук. Так, ну и какие-то тут подводные лодки и все прочее. Порты пока нужно отремонтировать. Так, это вроде наши. Нет, это уже бриты. Ну ладно. Флот, как всегда, 90% прочности, 80% прочности. Ну что, выйдет, где-то кому-то намаляет. Испания капитулирует. Тяжелые времена. Ну, что поделать. Кстати, а там наши армии где? Где они тут застряли? Прорываются. Сейчас даже этих уничтожат. У них нет боезапаса, нет вообще нифига. Отступай. Так. Давай в Бордо. Мне больше интересует, что здесь. Так, 5 апреля 41 года. Ну, мы переломили ход в нашу пользу. Сбили аса. Плохо. Ничего. Так, кто там собрался высаживаться? В тропической Африке все так же плохо. В альпийском регионе мы не контролируем воздушное пространство. И в Южной Франции. Так, есть истребители. Штурмовики. Битые. Так. Продвигаемся. Вышли к Минску, да? Венгры румынам объявили войну. Из какого это? Ну это еще один фронт открывать получается. Можно, в принципе, сделать. Почему бы нет? Но нам нужно здесь додавить. Так, вот еще подкрепления идут. Довольно много там их. 9 дивизий. Тут потасовки проходят. Кое-какие. Так, мы венгров можем пригласить в альянс. Хочет вступить в наш альянс. Ну давай. Национальный фокус. Союз с Италией. Угу. Пропущен. Второй венский арбитраж. Пропущен. Так.
Теперь мы должны воевать здесь. Прекратить поддержку. Партии, так там фашизм. Значит, нам неплохо было бы какую-то армию передвинуть сюда. Но это в будущем. Тут немножко осталось. Проблема, конечно, в северном направлении больше всего. Здесь вроде вот добиваем. Ну, знаю, что там восстание. Сто процентов. Рост сопротивления, ресурсы в провинции, людские ресурсы, местные фабрики. Да что ж такое? Венгры передают нам 68 дивизий. Охренеть. Вы с ума там сошли, что ли? Это где? Стоп. Так, а это кто? Вот этот поворот. Получаем в свое распоряжение целую армию. Ну, армия-то это хорошо, но она ложится на плечи наше обеспечение. И мы, по сути, захватываем сейчас территорию для венгров. Это не очень круто. Потом посмотрим, если мы сможем все-таки быстро выиграть эту войну, что я сомневаюсь. Вот так. Нанимаем здесь. У нас есть еще один фельдмаршал. Вот. И устанавливаем ему фронт следующий. Вот так. Вот. С наступлением на Бухарест. Хотя просто, наверное, вот так. Хотя бы вот так вот сделай. Приступай. 68 дивизий. Вот эта потасовка пошла. Третий рейх успешно совершил переворот государства Нидерланды. Пламя революции разгорелось. Государство Голландский рейх объявляет войну. А ну, сейчас давайте глянем, где этот... Голландский рейх. А, вот он. Слушай, ты рейх. Давай к нам в союз. И дави их там. Так, а это кто такие? А, ну тоже ж Нидерланды, да. Тут Франция. А японцы где? Ой-ой-ой-ой-ой. Пошли уже на бритов. По крайней мере, одного помощника мы избавились. Летчик АС повышает повышение. Так, а это что у нас тут? Экспедиционный корпус. Ну, принять. И где этот корпус, интересно? Италия, когда начинает вот эти экспедиционные корпусы отправлять, это такое что-то нечто. Один... вообще не пойми где. Ты можешь тут где-то высадиться? Ну или хотя бы в этот порт. О, есть, может. Вот они, да? Так, ну давай сюда.
будем захватывать новые территории. Так, это Португалия. А мы просто пойдем наверх. Давай сюда. Давай, тоже сюда. Есть ли какой-то флот? Может, что-то нам передали? Не. Зачем? Кстати, у нас новый где-то ас был. Только понять, где. Так. Угу. Не прикреплен. Ну, потому что погиб. Трое у нас погибло. А то у нас истребителями где-то командуют. Какими-то не особо крутыми. Где он там? Вот он, да? Вот так вот тебя поменяем. И вот там вот руководи. Так. Что у нас здесь? Киеву мы так и не прошли. Ну, какой-то план работ выполнили. Ах, да, здесь же еще фронт. По сути-то. Кстати, а где еще? Эти приплыли. Вот парочка. Где бы вас тут высадить? Ёлки ты палки, а. Так, это вообще где все? Португалия, ты сможешь сюда как-то добраться? Вроде может. Так, секунду, подождите, я не успеваю. Прибыли. Эти плывут. Эти тоже. Это кто такие? Да туда. Тоже сюда. Это черти где? Итальянский корпус здесь, да? Отправляйся сюда. Понятно. Так, это в самой Италии даже есть. Сюда направляйся. И где-то тоже хрен пойми где. Давайте что-то тут захватим. Поехали. Боже, все разорвано на клочки какие-то. Соединенное Королевство. Италия. Тут Италия. Там Италия. Тут непонятно что. Так, мы взяли в окружение непонятно сколько дивизий, но много. По-моему. Эти отсиживаются. Так, нам вновь нужны ресурсы. У нас много излишек нефти. Почему-то. Возможно, восстановились эти. Но вольфрам теперь необходим. Ничего не успеваю. Так, Киев вон. Здесь у нас выступ, но нас давят с севера. А что тут происходит? По-моему, тут война застряла прямо на границе. Правда, какие-то бомжи, партизаны. Ладно, там разберемся. Как тут дела? Тут две или три какие-то армии. Ну, в портах сидят, пусть сидят. Мне не жалко. Перемещается пока армия. Медленно, но уверенно. Немножечко мы тут, наверное, расширим свои владения. Тут целый корпус у нас получился. А это чья, кстати? Португалия.
Слушай, Португалия, отдай этот самый. Ну, черт с тобой. Порт наш. Новая ячейка для исследований. Вот это интересно. Так. Что у нас тут? Тактические бомбардировщики. Наземная поддержка. Поддержка с воздуха. Ну, и то нужно. Ну, давай так. Война с Грецией, кажется, уже прошла. Завоевание Бельгии, Нидерланды и Люксембурга. Как далеко оно? Так вот думаешь, бляха-муха. А все остальное когда изучать? Война СССР, пакты. Честно, даже и не знаю, что здесь брать. Поскольку все осталось... Доктрины заграждения морских путей. Ну, давай, ладно. Какие-то... Где-то будем быстрее в чем-то. Проблема в том, что вот тут все разбросано. Вот еще какой-то бомж. Это Франция? Ну иди сюда. Рио де Оро. Те плывут. Те бегут. Как же вы медленно там передвигаетесь. 34 дивизии? Нифига себе. Так, секундочку. Боевая группа, понятно. Это что такое? Голландия просит нас оказать помощь в войне. Давай. Так, новые исследования. Вот тут интересно. Современный блицклик. Это что такое? Пожарный корпус. Временные исследования. Вся пехота и мотострелковая. Организация плюс 10. Танки, организация плюс 2. Удар в тыл. Доступ к тактике, удар в тыл. Угу. Давай. Так, кажется, нам здесь наваляли. Здесь окруженные группы, но... Сделать я пока ничего не могу. Это кто такие? Так, давайте всех бросим, наверное, в бой. А, они просто стоят, ничего не делают. Сколько здесь? 8 дней. И окруженная эта самая ватага будет уничтожена. На севере нам придавили. Но мы окопались. А, даже выступ этот расширили. На севере к Киеву мы подходим. Так, наши батальоны. Тут итальянцы. А, вот в чем происходит. Они на юг решили. В южном направлении. Ну, уберут какую-то часть армии, значит, мы продаем их. В другом направлении. Так. Что там с нашим флотом? О, кажется, куда-то отправился. И снова на ремонт он отправился. Какая-то битва произошла. В которой мы потопили 22 британских эсминца и авианосец. Второй даже. Очень даже круто. При этом потеряв всего 3 подводные лодки. Да что у вас с вашей нефтью, а? Венесуэла. Вот это вот меню мне не очень нравится. По сути... Типа, а, можно у Италии покупать. Ну, понятно. Цен каких-то здесь нет.
типа, у кого дешевле купить, но при этом дальше. Причем вам нужны, понятное дело, какие-то географические познания, что Венесуэла, вот она, это надо вот отсюда, тарабанить нефть вот сюда, как-то тут, чтобы тут их не сбили, какие-то конвои. Вот. Кстати, а тут Италия расширяется. Давайте что-то поможем еще отжать. Сюда давай. Чем больше отожмем, тем лучше. Ой, здесь мы распространяем. Давай ты сюда. Ты сюда. Все. Тут 40 дивизий итальянских. Кажется, это Болгария. Так. Это уже Советский Союз? Да, Советский Союз контролирует. Ну, неплохо они тут, конечно. А, тут советы высадились. Вот кто им помогает. Тут много советских подразделений. Надо бы кого-то, наверное, переправить в помощь вот этому товарищу. Так, я, наверное, сниму. Сниму его. Хотя у него, типа, проблемы, говорит. У него много армии вот здесь вот. Ничем не занят. Отступай. Так, нужно прикрыть здесь. Значит, фронт. Да не-не-не. Фронт. Сейчас, секундочку. Вот так. Вот. С задачей уничтожить все это назад до Бухареста. Выполнять. Тут горные эти сраные перевалы. Но кое-где мы вроде к даем. 8 дней что-то захватили. Если фронт прорвем, тут 2 дня. Тут менее суток. То есть пойдет все в эту сторону. Так, что-то там изучилось. Шифрование, дешифрование, да? Так, давай-ка, наверное, вот это вот. Исследуй. Так, что у нас там в этом самом? Все еще ремонтируется, да? Список еще больше стал. Так смотришь, и до этих дойдут. О. Давайте тут заберем. Так, наши тут расползлись, да? Ты давай сюда. Ты давай сюда. Ну, ты куда там? Сюда. Почему атаковать? Непонятно. О, Третий рейх распространяет свое влияние. Что у нас здесь? Кому тут помочь? Там какие-то бомжи. Конные отряды. Ну, давайте нападем. Даже выигрываем. Возможно, они потрепанные. Так, а вон и французы, которые страдают от нехватки боеприпасов. Слушайте, а тут нехило так они прорвались вдоль моря. Но наши подъехали вот уже. Все, нормалек, сейчас разрулят. Я надеюсь. Так, у этого товарища тоже дивизии здесь стоят. Причем половина дивизий. Так, и вон здесь, в принципе, операцию мы практически завершили. Успешно. Что там опять? Ну, Альпийский легион я знаю, что ж ты поделаешь.
Так, морские бомбардировщики есть. О, у нас фоки-вульфы здесь появились. Дофигища. Кстати, они влезут сюда. На этот аэродром. Да, влазят. Давайте их здесь закажем. Вот так вот. Вот, установить. Ой, будь здоров, спасибо. Окей. А что такое? А, они расползлись, наверное, по этим самым. Чуть не могу понять. Не хватает обслуживающего персонала. А, вот что, у нас 2000 солдат осталось. Значит, так, сюда. Так. Расширенный призыв. И... Блин. Все сбилось, да? А, вот, расширенный призыв. Сразу же поразбригдались, да? Давай сюда добавим все равно. Вот так. Это морская авиация, это все истребители. Окей. Есть. Так, миллион. Продолжаем. Что опять? Экспедиционный корпус. Ну, блин, ты опять вот это вот... Ах ты, ёпты, налево, а. Ну, ищи вас вещи. Господи, у нас где-то целая армия бродит. Целая армия. Забираем, забираем. Сюда давай. Разбрелись. Так, вот еще. Слушай, мы тут целое направление на атаки устроим французам, покажем. А, вот они, да? Рио всякие там. Да, тут все позабираем. Ты сюда. Да нет, ты сюда, ты сюда. О, мать твою, за ногу, а? Чё тут происходит? Это кто? Где ты? Уважаемый. А, вон он ползет. Пытается защитить. Давай сюда поможем. Твою мать, а? Вылезли куда, а? Сейчас мы ему устроим. Так, вроде отжимаем назад все это. Так, что здесь происходит? Капец, а? Так, давай так пока. Тут каких-то 6 дивизий. Это кто такие? А, у нас появились танковые дивизии. Охренеть. Каким образом? Ну что тут, вооружились всех? Ну я пока... Пусть пока стоят. Там надо их будет куда-то распределить, конечно, но... А, вот где у нас проблема. Сюда выдвигайтесь. Твою мать, я забыл про этот пятачок. Так, игра переходит в стадию полнейшей, тотальной, этой самой. Глобальной какой-то. Все что-то где-то кто-то воюет. Кто-то вообще залез в центр. Какие-то повстанцы или кто-то. Так, отлично, давайте посмотрим, что опять. Экспедиционный корпус? Да плевать, давай, хорошо. Угу. Рост эффективности производства. Сохранение эффективности производства. Ага. Давай, наверное, концентрация промышленности. Вот так. Значит, вот тут у нас какие-то подразделения есть. Они куда-то бегут. Это хорошо. Так, мы тут, по-моему, пришли. Давайте им поможем. Так, Deutschland, Schuschewen. Хорошо, нам поляки там что-то подарили. Вот где оно это все?
Я ни хрена не понимаю, что тут происходит. Так, кажется, мы закрываем. Сколько тут советов? Танки какие-то, еще что-то. Нам вот этот пятачок надо назад вернуть. Флот, как всегда, на ремонте. Свою задачу он выполняет. Это кто такие? А это кто? А, у поляков здесь какой-то флот присутствует. Ну ладно. Все, задачи справились на этом направлении. Осталось отжать вот это и до Витебска дойти. И потом по реке до Гомеля, я думаю, вот так вот сделать. Значит, это твой же план работ. Значит, так. Вот так до Витебска. Потом по реке. Вот так. Забираешь это все. Выполнять. Так, а ты что застрял? То же самое. Да подождите, стоп. Блин, ни хрена не вижу. Тот же самый план работ. Где-то там выполнять. Такс. Угу. Эффективность морской авиации. Давай. Так. Вы, уважаемые, что-то вы... А, стоп. Ну, это понятно. Это северное направление. Это какое направление? Пес его знает, да? А если мы тебя покрасим? Какой-нибудь желтенький, что ли, цвет? Или малиновый? Темно-синий у нас есть? Нету. Давай. Так. Я просто не могу понять, где основная его армия. Вот это его фронт, по-моему, да? Дивизии назначены. Это вторая армия. Ты какой? Это вторая армия. Вот его фронт работ. Ого. Это я ему тут указал. Ладно, он вроде выполняет. Ты. Ага. Значит, так. Линия фронта. Уже, по-моему, плевать. Сходимся здесь, не доходя до Киева. Соединяемся с армией вот здесь. Так. Есть. Приступить к выполнению. Все, поехали, мужики. А тут что происходит? Ну, тут что-то происходит. Так, кстати, по поводу... Так, стоп, а кто воюет за этих? А, вот. Все, давим, давим, давим. Где Бухарест? Где он, кстати? Стоп. Что-то ни хрена не... А, куда ж давим? Еще, ой-ой-ой. До Бухареста далеко. Так, танковые дивизии подошли вроде, да? Давай сюда. Тут какой-то бомж куда-то лезет. Сейчас мы его додаем. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Здесь. И здесь. Все, расползлись. Сейчас мы этот пятачок заберем. Ну, что опять? А, прошла битва. Мы потопили какой-то эсминец. 150 наших товарищей доблестных потопил. Угу. Так, продолжаем наступление. Если это так можно назвать. В погоню. Связать их боем. Давай сюда. Здесь забираем. Тулузу, все остальное. Надо это сюда назад вернуть. Кстати, вы же ведь дипломаты, там, точнее, это коммунисты, мать вашу. Как бы тут у нас не прибежало какие-то проблемы, как говорится. Угу. Тут проблема. Тут, я так понимаю, нас не пускают, да? А ну еще раз попробуем. Так. А это чье? Соединенное Королевство.
Наши будут. Успешно завершила переворот государства Соединенное Королевство. Пламя революции разгорелось. Государство Британская империя объявляет войну. Ух ты, ни хрена себе, а это где? Интересно. На каких-то, как всегда, наверное, островах. Соединенное Королевство. Ну ладно, неважно. Туда иди. Ты сюда давай. Так, у нас здесь три армии. Сюда. Все сюда, там разбережимся. Ух ты, елки-палки. Третий рейх, а? Давай сразу сюда. Хотя, стоп, здесь же еще есть что-то захватывать. Давай на юг, наверное. Че опять? О, давай. Такой. Слушайте, а где вы вообще? Как вас найти? Пригласить в альянс? Если бы я хотя бы знал, как тут отцентрировать. К сожалению. Это они? Нет, это... Франкистская Испания. Тут... Непонятно, что это. Сюда давай. Ты здесь работаешь. Ты здесь. США вон где. Забираем вот эту территорию. Интересно, на чем летают эти. Так, забирай здесь. Ты назад. Ты сюда, ты здесь, ты здесь, ты здесь. Фух, так, справились с задачей. Фронт продвигается. Здесь пока сложно сказать что-то определенно. Определенно могу сказать только то, что южная часть в опасности. На Италию вышли советские войска, пройдя через Бухарест. Вот вам и история. А чё тут 100? У нас 80 подводных лодок уже? Ни хрена себе. Сорок первый год. Лето. Давай. Да плевать на него, короче. Отходи, давай сюда. Захватывать будем, а там разберемся. Итальянцы, я думаю, будут довольны. О, мы наконец-то здесь можем прорвать, и итальяшки тут задвигались. Называют государство Венгрии нашим союзником. Ну ладно, присоединяйтесь. Добро пожаловать. Тут разбегаемся и все параллельно захватываем. Слушай, а тут есть хоть какие-то фабрики, что ли? Может, давайте посмотрим. О, тут есть фабрика. Тут целых две. Круть, я вам хочу сказать. Тут какая-то фигня. А порты? А, или это порты здесь? Ну ладно. О, Military Polis есть. А ну-ка изучить. Давненько я не заходил. А, вот, кстати, скорость восстановления. Я вот это совсем забыл. Вот это нам и нужно. Нам необходимо что? Нам необходимы небольшие... Господи. Одни бункера. Везде просто. Зенитные какие-то орудия и бункера. Чтоб... подавить восстание. Где полис? Полицай, где там? Вот, полицай. Изменить. Мы добавим сюда... Не разведрода, а вот, военную полицию. Вот, сохранить. Так. И... Обучив их. Вот так. Укажем точку. А, мы здесь не можем разворачивать. Где-то вот здесь. Распределим эти дивизии по областям, чтобы они как-то там сражались. С
повстанцами и тому подобное. А потом изучим следующий уровень этих полицаев, ну и пойдет поехал. Короче, как-то так будем бороться. Варшава довольная. Поляки вообще довольные. Капец. Слушай, ты мне в область отдай какую-то. Не хочет. А у этих ублюдков. Давай Македонию отдай. Отказалась. Не хочет отдавать мне вот тут Македонию. Тут кое-какие фабрики есть. Правда, битые. Так, что это за бомжи? А, это эти бомжи. Ну, будем считать, что прибыли. Сейчас они рассядутся и что-то там начнется. Я надеюсь. Так, мы, кажется, взяли, отрезали тут снабжение. У них проблемы будут со снабжением, по идее. Если тут они порт какой-то не взяли. Взяли. Пытаются что-то сделать, ни хрена у них не получается. Так, что у нас тут? Надо, наверное, им помочь. Отсюда будем танковыми этими бригадами давить. А тут пока надо это все забрать назад. Так, лады. Три танка туда. Сюда пока съезжайтесь. Вот. А тут мы пока все заберем. А тут что-то никого нет. А это чье вообще? А мы с кем? А, так мы с ними воюем. Охренеть. Стоп. Что-то я не понял. Назад. А где? Где народ? Давайте забирать. Давай сюда. Ты сюда. Правда, у нас тут нет командира какого-то. Так, как... Самое классно живет эта Швейцария. Ничего их не беспокоит. Все у них тут замечательно, все здорово. Так, ну что у нас? План капкан? Вроде да, выходит. Мы вышли к этой Витебску. И продвигаемся через... На Гомель. Здесь несколько армий. Правда, увязли вот здесь вот в Бухаресте. Тут такая каша. Ладно, и мы, в принципе, нашли, где еще тут забрать территорию. Давай сюда, ты в Тулузу. Так, отлично. Так вот будем продвигаться. Попутно все забирая назад. Надо, наверное, командира тут назначить. Так, ну что там у нас? Ой, какая стройка везде идет, да? Список еще больше стал. А это кто такие? А, понятно. О, ну мы наконец-то встретили какое-то сопротивление. Мендзянь капитулирует. А, стоп. Так, вам надо, наверное, выделить все-таки какую-то армию. Какого-то предводителя, что ли. Потому что я тут это самое... Во, генерал фон. Вот. Здесь мы установим линию фронта. Так. И не спеша. По кусочку будем так вот откусывать. Так, выполнять. Угу. Так, здесь вроде разбегаются. Давай сюда. Чем больше мы у них заберем, тем нам лучше. Сюда. Сюда. Этот бежит куда-то. Это тоже. О, мы кого-то тут нашли. Это свои, нет? Наверное же нет. Начнем войну. Ты сюда пока. Что тут? Так, и тут какие-то бомжи. Давайте попробуем повоевать с ним. Тихо, иди сюда. А, стоп, так это Португалия.
Мы с вами воюем? Нет, я уже не знаю, с кем мы тут. Только не воюем, нет, вроде. Ладно. Давайте смотреть внимательно, что у нас тут может быть пропущено. Что это за две банды непонятные? Все, тут США есть. Подразделение какого-то... Фига. Как же мы тут в этих странных горах тут застряли? А вы там какого хрена творите? Они не могут пролезть, наверное, просто, да? Угу. Так, лады, здесь ясно все. Вот тут. Сколько еще дней? Еще 19 дней мы победим. Отлично. Тут Япония, США, в Южной Африке. А кто это все контролирует? А, ну это просто Южная Африка. Японцы тут. Так, и здесь Японию советы начали давить. Тут французам достается. Тут пока непонятно, кто кому чего делает. Ладно, вернемся сюда. Блин, самые лучшие наши подразделения сидят, потому что не хватит боеприпасов и всего остального. Так. Орудия не делаются вообще никакие, да? Блин, сколько фабрик у нас разнесло в клочья. Автомобили, в принципе, пополняются. Еле-еле истребители делаются. Еле-еле. Ну, по крайней мере, танки у нас в высоком приоритете. Это значит, это хорошо. Так, войска проходят какую-то подготовку. Пусть проходят, мне на них плевать. Это очень долго. Так, бомжи не хотят сдаваться. Но это не наши проблемы. Такой битый. Ну, вроде остановили здесь наступление. Правда, вот тут вот оно как-то тоже не особо охотно продвигается. Вроде все выполняют свои задачи. Так она Бухарест откладывается. Так, ну главное, чтобы вот этот вот фронт у нас победил. На Киев мы почти дошли. Вышли, выходим к Киеву. Так. Ну это все польская территория. Поляки здесь что, все захватят? Охренеть. Я не совсем согласен, чтобы это все было Польша. Бобруйск? О, давайте Бобруйск попросим. Или Минск. А, вижу. То есть можно поросить вот эти регионы, которые мы уже захватили. Минск почти. Ладно, пока не буду. А кто у них там? Коммуняки, слушайте. Ну да ладно. Польшу мы не отдали. Создали здесь давление, как говорится. И... японцы на себя тоже оттянули какую-то часть. И советы сейчас разорваны напополам. Тут мы что-то тоже пытаемся сделать. Так, эти бомжи вроде убежали, да? Так, вперед. Эти вперед. Эти сюда. Медленно, очень медленно мы тут передвигаемся. Значит, так, одна армия. Так, блокад. Стоп. Ты сюда. Вы сюда.
Так, что еще нам тут нужно? Ну давай. У вас не может быть этого, а также бонуса раз... А, я понял. Мы подводные лодки взяли. Война с Грецией. Ну, так мы это и взяли, по-моему. Тут уже практически все. Операция какая-то. А, завоевание Дании. Да... Что опять? Нет. Польша не контролирует Данцинг. Не контролирует Варшаву. А, хреново. Не можем из-за поляков. Заступились за Польшу и все, на тебе. Альянс это нафиг. Давайте уже, раз воюем, то будем воевать. Может быть, у Советов? Давайте попробуем совершить переворот. В Ленинграде вообще. Отправить. Вот. Так. Британская Индия. Дай к черту их. Кстати, а, вот они где. Слушайте, а тут у бритов. Та еще история получилась. Ньюкасл забрали. Британию пополам разрезали. Неплохо. Так, вы уважаемые. Вот так вот. Пока воюйте. Чё застрял? Бей его. Сейчас там разберемся. Вот, отлично. Все, началось давление. Сейчас фронт выровняется. Британская империя капитулирует. Ясно. Британские агрессоры, бесчинствующие в стране, не поставят на колени британский народ. Британские власти создали правительство в изгнании. Так, а это кто, кстати? Франкистская Испания. Хреново. Хреново. А тут Третий рейх почему-то. Все как через это самое. Так, что-то исследовалось. Давайте посмотрим. Что-нибудь может из этих технологий? Синтетическая фигня всякая. Какой там год? 41-й еще. Я уж думал, все. Пора заканчивать. Радарные башни. Это изучается. Это далеко. Что у нас с истребителями? 44-й год, да? Торпедные надо, наверное, делать вот эти. Хотя лучше, наверное, какие-то доктрины. Стратегическое разрушение. Тактическая бомбардировка. Наземная поддержка. Угу. Так, а у пехоты здесь исследуется. Орудия. Что тут у нас, кстати? А, вот. Кстати, по поводу орудий. Давайте тут пока штуку. Вот, она не требует перевооружения, а потом уже как-то возьмем. Так, по поводу торговли. У нас дохрена излишек нефти. Это все отправим. Так. Все остальное нам нужно. Так, какая-то баталия началась. 300 британских... Так, этих бомбардировщиков напало. Не понял. Бляха-муха, вот ублюдки, а где высадились? Сейчас вам люлей дам. Так, давай сюда. Не прокатило. О, наконец-то. Соединились и пошли назад. Так, операция «Север», кажется, подходит к финишу. Потом мы оставим там этого товарища, пусть там сидит. В защите. Что-то вот тут вот. Это кто такие вообще? Твою налево, а? Ничего не успеваю сделать. Вот, давай доберем это. Надо срочно эту танковую банду на север вести. Но начнут здесь проблемы. Хотя мы тут отжимаем территорию, это мне очень нравится. Так, ладно, в принципе, у нас
Легионерская Болгария капитулирует. Жаль. Синие отряды. Ну, давайте завершайте, наверное, это самое. Хорошо. Вот так. Какой бардак, а? Тут так они ни на сантиметр и не продвинулись. Сиам капитулирует. Отличная новость. Новости идут туда-сюда. Так, что мы там? Мы потопили британских 5 эсминцев. Огромный тяжелый крейсер и конвой. 103 подводные лодки участвовали в данной битве и наваляли им таких люлей, что они офигели. И ввязались в еще одну драку. Британский флот терпит поражение. Кстати, нам тут тоже наваляли. Мы потеряли 4 подводные лодки, но при этом сумели потопить несколько легких крейсеров. Так что я считаю, здесь равноценный размен. Пошли опять на ремонт. Такс. Сумею ли я, чтобы они там не так сильно... О, кого-то поймали. Не весь наш флот ушел на ремонт. Так, мы тут победили. Тут мы отражаем атаку и идем в контрнаступление. Продолжаем. Захват территорий. Что-то там в Ла-Манше происходит. Тут что-то происходит. У нас еще войска тут вот гуляют, захватывают. Итальянцам помогают. Давай сюда. Так, давай сюда. Надо вот этот вот забрать пятачок. Ты давай сюда. Ты давай сюда. Давай сюда. Так, есть. Так, вижу противника. Значит, атакуем. Тот сбежал, я про него забыл. Сюда. 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 Тихо. Ты один. Сюда. Один сюда. Это кто такие? Пес их знает. Мало людских ресурсов? Да вроде миллион. Чего мало? Миллион. Это до хрена. О! Наконец мы их прибили, значит, заберем здесь кусочек. Песчаные бури, да, какие-то? Я ни хрена тут не вижу. Так, давайте вот так дойдем. Вы сюда, ты сюда, ты сюда, там атака идет. Попробуем здесь прогнать это все. Там они вроде как зависли. Так, над Грецией и Олимпийским регионом у нас, к сожалению... Так, вроде все. Здесь в окружение взяли. Какого-то хрена полезли за реку. Вот кто их просит, а? Идиоты. Я же не просил туда идти. Так, мужики, давайте тут скинемся по плюхе, они все отвалятся. Вперед. Просто вперед. Менее суток мы уничтожим там два отряда. Вперед. Тоже вперед. Фух, мы вышли к... Где к Киеву, кстати? Киеву. Захватили часть Белоруссии. И сейчас будем решать вопрос вот этой территории. Потому что мне что-то это не нравится. Все, советы тут подсели. Нормалек. И давим здесь. Продолжаем давить. Тихо. Сюда давай. Сюда давай. Какие-то французские танки тут делают. Что интересно. Это кто такие, непонятно. Так. Битва продолжается на море, да? Менее суток. Интересно. А, там подводные лодки, они отступают. Может, парочку зацепим.
Давай сюда. Есть. Вперед. Все наше. Сюда. Так, этим помогаем Соединенное Королевство терять территории. Это хорошо. Блядская Дания, а? Сколько вас там пес узнает, да? Что тут происходит? Что-то до сих пор война. Миннесота говорит, но... Так, технология, кстати, стоп, секунду. Угу. Башни. Куча радарных башен. Что здесь можно? К сожалению, нифига, да? Это еще долг. Кстати, а если это 400 дней, это целый год. Атомные исследования очень-очень-очень-очень-очень долго. Стратегическая бомбардировка и наземная поддержка, наверное, давайте возьмем. Так. Здесь погиб наш один эсминец, к сожалению. Плохо. По поводу развертывания каких-либо военно-воздушных сил, что-то есть у нас? У нас есть эти. Морская бомбардировка копится, да? А где они, кстати, базируются? Черт их знает. Тут истребители. Вот тут, наверное. Нет, это тоже истребительная авиация. Мать вашу, а где вы? Вот. Мы их просто увеличим. До 200. Все. Кстати, они влезут там? Да, там 1000. Аэродром. Занимайтесь своим делом. Кстати, по поводу... Перенести, наверное, театр боевых действий сюда куда-то. В Белоруссию. Что-то не хочет. Типа далеко, что ли? Только здесь можно, да? Ну тут давай. Все на восточной Польше. Так, кажется, с заданием наши справились здесь. Значит, ты где вообще? Так, секунду. А, тебе отказ. Значит, так, берем линию работ вот здесь. С направлением атаки на юг. Где-то там. Выполнять. Все, дивизии перемещаются. Поляки пусть сами тут разбирают. Да что ж такое тут, а? 15 дней, 16. Вы что, больные? Вперед. Вперед. А вы куда? И нахрена, спрашивается, вы там будете? Куда они лезут? Стоп! Ты! Ты так и до Ленинграда дойдешь, а я... Я знаю, там нам плохо будет. Куда они лезут? А чей это приказ вообще? Это может быть... А, это эти. Твою мать, союзники. Он тупо на Ленинград прет. А я тут должен что? Ну, забирай вот это. Псков, кстати. Так, где? А, так Киев мы взяли. Ну вот. Добро пожаловать. Давайте переправимся тогда. Так, заберем еще Одессу, наверное. Вот, да?
Да, Крым. Так, что опять? Экспедиционный корпус, говорит. Ну, мать твою, а. Ну, давай. И где они? Кстати, тут застряли, да? Додавим. Ну давай твой экспедиционный корпус, где он там? Вперед. Плохо. Тут какая-то драка идет. Тут тоже кто-то высадился. Так, а где этот сраный экспедиционный корпус? Тут вообще что попало происходит? Тут итальянцы высадились. Тут от страны вообще ничего не осталось. Так, итальянцы тут ходят. Ордами, просто ордами. Это кто такой? Ну, кого там подкрепить? Давай сюда, наверное. Да не важно, в общем. Он там тусит, да? Значит, иди, иди туда. Блин, мы вышли на Ленинград, я так понимаю, да? Так, ну какого хрена тут происходит? Подводные лодки нашли. Так. И снова мы потеряли одного эсминца. Плохо. Как-то надо их выгнать отсюда. Так, мы тут территорию уже не захватываем. А тут что происходит? Британцы с итальянцами дерутся. А тут? Тут непонятно, что происходит. А где наш сраный корпус? Экспедиционный. Что-то тут у нас должно появиться. Кстати, мы тут захватили. Ты сюда можешь как-то залезть? А если отсюда? Сейчас попробуем. Так, давай в этом направлении. Тут зажимаем, тут забираем. Тут забираем. И... здесь. Так, ты здесь, ты здесь. Ух ты, ёб твою, третий рейх как, а? Треть Африки, третий рейх отжал. Не знаю, где этот сраный экспедиционный корпус. Их довольно много было. Наверное, где-то здесь. Ну, сложно сейчас понять, кто здесь, где пощёбы, что происходит. По сути, планы у меня... Давайте я здесь сделаю все-таки паузу, оставлю на этом. Вот... планы у меня на будущее какое? Решить вопрос с Бухарестом. Выйти, возможно, что там Турция, кстати. Турков, наверное, не трогая. Забрать, значит, вот эти вот территории с нефтью, да? Баку, там все дела. Армения, вот Баку. Ставрополь. Сделать линию фронта вот так. По реке. Это Воронеж, да? Значит, как-то так вот. Москву пока не трогать. Ёпты налево. Короче, я не знаю, что здесь происходит. Тут народ сам воюет. Как хочет. Давай ты сюда. Нет. Ты, значит, сюда. Ты куда-то туда. Здесь бросили территорию просто советы. Тут вообще никого нигде нет. Вообще никого нет. Ну, мы не сопротивление, практически никакого нет. То есть на соседних клетках нет армии. Вот. Ленинград возьмем в осаду. Так, потом, возможно, разрулим ситуацию с Сталином. Кто вы такие вообще? Что там с вами? Какие-то здесь эти самые... О, развитие атомной электроники. Нифига себе. Вот. И, возможно, в какой-то из серии начнем... изучение, значит, ядерного оружия. И бомбу отправим куда-нибудь на наших каких-то этих соседей. Ну а здесь я планирую, наверное,
продолжить наступление вот тут вот, на этом направлении. Полностью прижать их. Вот. Значит, и вернуться, потом отжать свои территории здесь. Потому что, ну, бляха-муха, что-то вот, то, что мы здесь вот распространяем свое влияние, это круто. Но здесь уже перестало. Но испанцам мы возвращаем их территорию, а они вроде как наши союзники. Вот, они и так уже... Зачем тогда эта галочка здесь, я не знаю. Ну, вот такие у нас получились приключения Третьего Рейха. Мы вот здесь, в принципе, Польша с нами. Так что попросить... Потом, может быть, попрошу какие-то территории такого плана, чтобы дальше уже развивать наступление. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если да, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. Всем удачи, народ. Пока-пока.